Вони прибули із різних куточків планети, щоби припинити російський терор в Україні. Вони залишили мирне безпечне життя, щоби зброєю і хоробрістю захистити невинних. Більшість з них можуть піти будь-якої миті, але воюватимуть до перемоги. Вони роблять у бою неймовірне та повертаються на фронт після важких поранень. Вони – совість людської цивілізації. Воїни Інтернаціонального легіону оборони України. С 90-го года, с 13 лет, я являюсь гражданином Израиля, проживал в Израиле. Поэтому, когда мы узнали, увидели вторжение войск РФ в Украину, ну, то есть решение ехать сюда, в Украину, защищать, это решение созрело моментально. Границу я пересек 24 марта 22-го года с целью вступить в ряды ЗСУ и принять активное участие в освобождении Украины. Именно с конкретной целью я хотел воевать за освобождение Украины. Геннадію була огидна навіть думка, що російська бойова техніка може з'явитися біля його рідного дому. Що значить напроти моєї 68-ї школи в Одесі буде стояти якийсь вражеский танк? Тобто, ну, це із області фантастики. Тобто, лично для мене это было бы аналогично, что танк, что летающая тарелка. То есть, ну, ребята, вы что? Вот и все. Ну, ради этого я был готов на все. Я сейчас готов на все. У військкоматі здивувалися бажанню Геннадія і як громадянина Ізраїлю направили його служити до Інтернаціонального легіону оборони України. В середині июля я підписав контракт, і в кінці августа ми вже були на фронті в районі Харкова. Геннадій. Військовослужбовець Інтернаціонального легіону оборони України. Військовий досвід. Строкова служба у Збройних сил Ізраїлю. Участь у відсічі широкомасштабного російського вторгнення у складі Збройних сил України. Спеціалізація. Стрілець-водій. Спеціальні навички. Майстерне володіння зброєю. Штурмова гвинтівка, кулемет. Досконале водіння автомобільної техніки усіх марок та моделей, які перебувають на озброєнні сил оборони України в умовах підвищеного ризику. Характер бойової роботи – розвідка, штурм, евакуація, логістичне забезпечення в умовах ворожої вогневої активності. Нагороди – сталевий хрест, медаль за хоробрість в бою, нагрудний знак за службу. До початку повномасштабного російського вторгнення Геннадій мав в Ізраїлі власний невеликий бізнес, жив спокійним життям. Після армії в 1996 году я пошел работать. Я работал водителем грузовика, развозил стройматериалы. Потом открыл небольшое свое дело. У меня была своя машинка. Ну, спокойная, размеренная жизнь. Але це не завадило чоловікові швидко стати упевненим, рішучим військовим професіоналом. Я стрелок-водитель. За рулем я себя чувствую замечательно. Меня абсолютно не смущали, не пугали ни обстрелы, ни летящие обломки, ни неровности на дороге. Это все такое. Життєвий досвід, отриманий за кордоном, став у пригоді. Срочная служба в израильской армии когда-то все-таки. Какой-то навык все равно сохранился. Мышечная память, которая сразу же восстановилась. Можливість відточити навички в бою не змусила себе чекати. Постепенно наши, ну, давайте скажем так, задания, миссии, рейды становились раз от раза более серьезными, мы продвигались вперед. Ну, легион воюет на самом передке. Я думаю, это ни для кого не секрет. Новий інтернаціональний бойовий колектив виявився професійним та вмотивованим. Довольно-таки зборная солянка со всех стран мира. Соединенные Штаты, Франция, Британия, Италия, бывшие страны постсоветского пространства. Практически все бойцы легиона заряжены были очень сильно на победу. И сегодня ничего не изменилось. То есть это люди, которых не интересуют деньги. Это люди, которые приезжают сюда на добровольных волонтерских началах воевать за освобождение Украины. Найскладніші місії та завдання вдалося виконувати завдяки особливому бойовому братерству легіонерів. Атмосферу в легионе можно описать одним единственным, но очень красочным примером, когда утром
Ну, еще очень, очень такое раннее утро. 4, начало 5 утра мы собираемся. И выходим во двор попить кофе, выкурить по сигарете. И когда канадец говорит немцу, дай, пожалуйста, мне прикурить, тот ему дает прикурить, и он говорит, дуже дякую. Потом выходит еще там какой-то, он говорит, добрый ранок, доброго ранку. То есть, ну здесь уже не прибавить, не убавить, думаю, все понятно. Да, я это сам лично наблюдал не единожды. Геннадію часто доводилося працювати під вогнем, та це не викликало в нього особливих емоцій. Все, конечно, одинаково неприятно, в тебя стреляют. Оно свистит, летит, да, ну это понятно. Но так, чтобы вот именно страшно, я такого не припомню. Коли закінчувався бій, героєві хотілося продовження. Иногда чувство неудовлетворения, ну такое своеобразное, давайте скажем, чувство недопитого стакана. А иногда, ну закончилось, что все, ну поехали. Никаких особых эмоций. Мы всегда с задания возвращались, мы знали, что мы задание выполнили. То есть с чистой совестью однозначно. Но вот что испытывает человек, когда возвращается с работы домой со смены? Фу, все, давай, поехали. Больше ничего. Если где-то мы находились в непосредственной близости, ну да, ходили, искали трофеи, конечно. Там посмотрели, тут посмотрели. Вот и все. Значно більше, ніж обстріли та бої, легіонерів вразили маленькі українські патріоти. Самі бої со временем уже не так обращаєш внимание. Ну, перший раз, ну, два, адреналін, это все. Ну, от, наприклад, возвращаємося, проїжджаємо через город Чугуєв, стоять діти, машуть флешками. Да, слава Україні. Ну, это, знаєте, такое до глибини душі. Не должно быть такого, не должны діти расти и видеть вот то, что происходит сейчас, это, с одной стороны, конечно, жутко и страшно. Я прожил всю жизнь на войне. Ну, в Израиле война не прекращается практически никогда. Но видеть детей настолько вот заряженных на патриотизме с украинскими флагами, слава Украине, это было сильно. Вот такие моменты запоминались действительно не только мне, все обращали на это внимание. Воїн з особливим теплом згадує своїх товаришів і командира. Нам пришлось ночувати в лісу, було достатньо прохладно. На голій землі ми з собою нічого не взяли, тому що немножко змінились наші плани. І от нашій групі, в составі якої в цю ніч було кілька новеньких з Сполучених Штатів, нам пришлось ночувати на голій землі. І наш бойовий командир, он сейчас находится в Украине, очень хороший парень, я его очень глубоко уважаю. Он сам гражданин Латвии. Пошел ни много ни мало, это было 7 километров в один конец. Пошел в ближайшую деревню под обстрелом опять же в ту ночь. И танк по нам стрелял. Но в основном запомнился танк. Что-то еще было по мелочи, но мы так хотели спать и так устали. Вот, что... В общем, и принес нам одеяло. Вот на себе целый ворох одеял, чтобы мы не мерзли. Вот это настоящий боевой командир. Легіонер на власному досвіді здатен об'єктивно оцінити російських окупантів. Мы захватили склад. Я не знаю, что это было. Пожарная часть, наверное. Здоровенное такое помещение, какой-то ангар или же гараж, заваленный боекомплектом, но специфическим. Это были газовые баллончики, это были щиты, какие-то дубинки, там, ну, что-то такое непонятное вообще. То есть, что это за армия? Кто с нами сюда пришел воевать? Вы что, ребята? Вот мы когда зашли, открыли этот склад, там была куча патронов, ящики гранат. Російське поліцейське спорядження для знущань над цивільними викликало у легіонерів особливу лють. Ну, коли ми вот это вот увидели эти щиты и вот эти газовые баллоны большие такие. Ну, как-то, ну, такая особая злость взяла. Нашим воїнам доводилося розбивати в бою серйозні російські підрозділи. А второй раз ми взяли много трофеев. Довольно новых автоматов Калашникова, то есть какая-то спецура.
Ну и, конечно же, гордость за самих себя. Мы спецуру победили. Вот и все. Это то, что я могу сказать по этому вопросу. А так вот оценивать... Что его оценивать? Его надо убить. Оценивать его уже будут потом эксперты. У нас немножко другая задача. Безпрецедентна мужність та героїчний натиск легіонерів не раз ламали опір російських військово-терористичних формувань. Якщо соотношение сил менше, ніж 1 к 10, їх 10, ну я один, допустим, да, или мой товарищ, они постараются не драться. Они постараются либо отойти, либо там отстрелиться и убежать где-то. Я бы не сказал, что прям вот они заряжены таким боевым духом. Я не знаю, может где-то иначе. Но вот то, что видели лично мы, я не вижу в них вот сильного мотивированного противника. Нет, нет, я бы не сказал. Але на війні ніхто не застрахований від випадку. Певною мірою з Геннадієм зіграв злий жарт, його героїчний бойовий запал і нестримний темперамент. Були перестрілки в посадках. Были одиночные выстрелы. Вот наша посадка, допустим, вот их, ну там сколько через поле, да? Ну вот свистнуло две пули, раз-раз, мы там легли в ответ, постреляли, все, их уже нет. Ну вот последний бой, в котором, да, я взорвался на мине, мы захватили траншеи вражеские. Но это и было нашей основной целью. Мало того, мы еще и примкнули штыки, мы хотели в рукопашную с ними. Да, потому что нам сказали, что это Вагнер, и мы хотели с ними, они побежали, ну такое. Легіонери виконували надскладне завдання, штурмували ворожі позиції. У нас була поставлена задача захватить вражеские траншеи. И, ну чисто по неосторожности, я настолько рвался вперед, что просто забыл посмотреть себе под ноги. Я эту мину заметил, но уже было поздновато. Вот, на которой я взорвался, Монка. Вот такую форму она имеет, вот такую. Стояла вот так на пеньке, что это было, или, ну, огрызок дерева какой-то. И вот я ее заметил, кинулся вперед, и в этот момент прогремел взрыв. Ну, вот и все, в принципе. Ну, до этого была небольшая перестрелочка, наши побежали вперед, я пополз назад, потому что уже был ранен. Пораненому герою довелося пережити важку і виснажливу битву за життя. Я пам'ятаю, що полз на руках, кричав «доктор, доктор» на всіх язиках. Больно було. Вот. Доктор мене услышать не мог, він вже був далеко впереді в траншеях. Коли я виповз із цієї посадки в полі, в Подсолнухи, я услышав українську річ. Не иностранную, то есть это были не наши легионеры, это были ребята с бригады. Я не помню, кто это был, но я помню, что я в него вцепился, я ему сказал, вынеси меня отсюда. Історія порятунку Геннадія після важкого поранення у самому пеклі бою на вістрі атаки стала справжнім дивом. Ехали довольно довго на БТРі. Быстро, водитель молодец, конечно. И дальше был медевак, скорая помощь, и уже дальше больница, все. Дальше я не помню, я очнулся в Харькове в госпитале. Герой вірогідно пережив клінічну смерть, але його любов до життя і воля до перемоги виявилися сильнішими. Помню парня, который разорвал мне рубаху. В какой-то момент я почувствовал, что ну, такие черные снежинки, вот это я хорошо помню. И как ныряешь в холодную воду и засыпаешь, было сильно холодно. Он мне разорвал рубаху и ну, вот так руку положил на сердце. И вот я помню эту горячую руку, и я как вынырнул оттуда. То есть, ну, наверное, фактически он мне где-то спас жизнь в этот момент. Вот. Ну и все, в принципе. Это то, что касается ранения. Очнулся я уже в Харькове. Попри усе пережити, Геннадій не має наміру покидати службу. Він спішить стати на протези і повернутися на фронт до своїх товаришів. Сейчас плани дуже прості. Для того, щоб починати реабілітацію і дальнейшее протезирование, на тілі не должно остатися ні одної незажившої рани. Ну, то есть сейчас, вот я жду, сьогодні, кстати, сняли шви уже, слава Богу. Я жду, когда все заживет. Всякие мелкие ранки, царапинки, да, чтобы я был весь готов.
Начинаем реабилитацию, дальше протезы, я возвращаюсь обратно в часть. Ворожа міна забрала у чоловіка ноги та око. Але жодна зброя не може зашкодити незламному духу героя. Штурмовик из меня, конечно, уже будет не очень, тем более пулеметчик. Вот, но что-то будем делать. Будем идти дальше, это не обсуждается. Пока мы не добьемся победы, мы не остановимся. То есть никак, ни под воздействием ничего. Мы будем идти вперед до победы. Друзья мои, чекайте меня, я повертаюсь.